Большую часть работ во дворе на проспекте Пролетарском, 12, выполнили еще 2 недели назад. Тогда подрядчикам оставалось выложить тактильную плитку у подъездов, выполнить озеленение и прорезиненное покрытие на спортивной площадке. К концу первой декады июня рабочие передали двор его жителям. Двор по площади не самый большой, мы видим, да, достаточно ограниченное пространство, но мы уже готовились, подрядчик был готов. Материалы, оборудование, вот мачты освещения, все уже было закуплено. Как говорят местные жители, такому результату предшествовала 3-летняя работа. Заявки, документы, получение согласия от собственников на софинансирование, постановка в очередь. 95% были за это благоустройство, конечно. Люди, конечно, видят преобразование. Здесь дом, он такой... Такое, можно сказать, ну, не то что с традициями, здесь преемственность поколений. Родители живут, детям уже по 30 лет, они живут в других микрорайонах, домах, они также сюда приезжают практически каждый день. И они говорят, мы здесь выросли на этом песочке, а сейчас здесь, ну, благоустройство. Жители молодцы, очень активные, принимали участие от самого начала, от организации процесса, от организации конкурса. Очень активные, молодцы просто, вот. С жителями идеально сработали, ну, касаемо управляющей компании. В ходе ремонта полностью обновили тротуары, которым было, как и дому, 32 года. Расширили парковку, установили детскую площадку. Теперь в комплексе их 2. Для тех, кто постарше, спортивная, для малышей – игровая. Маленькие дети будут гулять на той половине, ну, двора, где, ну, для младенцев, так сказать, ребят. И подростки будут играть на нашей территории. Ну, на нашей площадке, конечно, люди спрашивали наши. Ну и тут же вопрос остается, сразу же человек понимает, что это нереально. Говорить или метить детей, ты из нашего дома, а ты нет. Общая сумма затрат на ремонт этого двора почти 6 миллионов рублей. 20% – это 1 миллион 100 тысяч – заплатят жители. На счете дома есть средства, полученные от сдачи в аренду недвижимости. Кроме того, в течение полугода собственники ежемесячно будут доплачивать управляющей компании от 700 до 1000 рублей. В ближайшие дни благоустройство начнется и в соседних дворах. На улице Геологической у домов 22/1 и 24. Подрядчик вышел уже практически везде, и сейчас, ну, от 10% до 100% вот, в готовности. А 7 дворовых территорий, которые, ну, первые стартовали, они уже там более 50% готовности. Всего в Сургуте в этом году отремонтируют 17 дворов. Общая сумма, выделенная на эти цели, более 80 миллионов рублей. Все работы, включая благоустройство, должны быть завершены до октября. Антонина Сахарова, Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут Интерновости.